Просили почитать про человека. Сейчас, если вам найду. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной. Помню. Такая жизненная полоса, или, быть может, предначертание свыше. Других людей я слышу голоса, а собственного голоса не слышу. Ну вот этот стих, который просили прочитать. Жил да был человек, он был самым счастливым на свете. Он ночами мечтал, чтобы днями стремиться к мечте. Он на крышах в ладони ловил этот северный ветер, и глубинная грусть была больше подобна игре. Жил да был просто так, как улыбка ребенка, как лучик на пустынном морском берегу и как дождь в сентябре. Где бы он ни был, при нем становилось значительно лучше. Всем вокруг становилось как будто значительно ближе к весне. И под грузом невзгод, где другим даже солнце не светит, он всегда находил 5 минут посмотреть на закат. Жил да был человек, он был самым счастливым на свете. Просто так. Браво!